Почему, Ольга, вы считаете, что происходит захват монастыря сейчас? Ну, потому что никогда, когда вот так вот встают у нас сотрудники, я, к сожалению, ведомства не знаю, но, наверное, это ОМОН, может быть, кому гвардия. Кому неугоден отец Серки, который печется за каждую душу? Наоборот, хотят захватить этот монастырь по той простой причине, что он будет приносить, я думаю, немало прибыли, когда сюда придут совершенно другие правители, и когда начнутся, как во всех остальных церквях, собираться поборы за все подряд. А вы без телефона вообще общаться умеете? Тогда поговорите. У нас правонарушение, мы не знали, ребята. Ее записывайте, какие слова говорите, вот ее записывайте. А какие вам слова-то еще говорить нужно? Вот и снимай, не переживайте. Снимайте их. Не переживайте. Подожди, ты бумагу покажи, что здесь туда нельзя. Просто хочу, чтобы люди и весь мир знали правду. Старшего нет, покажи вот мне бумагу. Вот и все. Без проблем. Я сейчас там слава пойду. Богу. Куда побежишь? Пошли. Сейчас их замотаю. Нет, почему старшего-то не зовется? Вы что, врете, что только народ ждет? А что меня снимаешь? Пойдем сюда. Ты себя снимаешь. В храме Спасительницы Хлебов сняли с икон золото. Золотую медаль, Наташу медаль, колье. Я цепочку такой вешал. У меня даже документы есть. Да. Сережки, благодарность. Доблестные ребята стоят на защите Родины. Но они еще не знают, что будет с ними. Золото сняли, нормально. Там какой-то чмо стоит, блядь, в маске. Уйди отсюда, Напугал, тварь, блядь. Все в маске, они же все чмошники. Идут следственные действия. Какие следственные действия идут? Если вы боитесь, то чем сотрудничать? Если вы там очкуете, там, зачем сюда? Что так разговариваете? Мы твою работу выполняем. Чем так работу? От вашей работы там все там. Одно говно пишите на монастырь. Одно говно, блядь. Выключу фонарь сегодня. Когда приезжали ваши журналисты, правду-то написали. Да, поели, попили. Батюшка хороший для вас был. Одно говно пишите. За вас это все происходит, за журналистов. У вас, блядь, надо там это. Дубасы. Какой это гомосексуалист? Какие это журналисты? Это гомики конченые. И мы понимаем, что в связи с тем, что туда не пускают даже адвокатов, значит, есть что скрывать. И называть это, что это будет проводиться чистые действия и будет проводиться чистые обыски и расследования в том числе. Собственно говоря, все понятно, потому что людей туда не допускают. Юридически грамотных там нет. Вот сейф понесли. Пожалуйста, отойдите. Они же горы понесли. Из монастырской бухгалтерии все вынесли, взломали дверь. Сейф вынесли, не предъявили вообще ничего. Вам деньги нужны, что ли? Вы скажите, золото понесли. Тихо. Парни, дверь откройте. Вот так вот все взломали. В монастырской бухгалтерии без свидетелей. Просто пришли, все взломали, все перевернули. Дверь выбили. Два сейфа забрали. Иконы все перевернули. Просто в масках не представились, ни кто такие, зачем пришли. Просто дверь заблокировали, никого не впустили. Вы знаете, вот с третьего этажа, вот они поднялись, они никого не пустили. Они все вынесли оттуда. Они чемоданы вынесли, потом...
потом все закрыли. Я не знаю, что они выносили из кельи, они туда нас не пускали. Они прям в каждую келью заходили, закрывали дверь, не пускали, то нас туда вели. И все выносили. Перевернуто все, да? Да, туда даже вот я хотела зайти, даже не смогла зайти. Они все там перекрыли вот с этой стороны. С этой стороны мы не могли зайти. Не знаю. Напишите, как происходят обыски, как происходит захват монастырей и кем происходит захват монастырей. И самое главное, я прошу вас защитить права детей, которые сейчас напрямую нарушаются. Нарушаются права тех монахинь, которые находятся там, которые тоже имеют право на защиту. И когда отказывают напрямую защищать их. Я участвовала в защите прав детей, когда именно монастырских, которые там проживают, которые находятся здесь на попечении. Приезжала, общалась непосредственно с... Разговаривала непосредственно в КДН, где собирались представители различных органов, когда лили всякую грязь, что происходит издевательство над детьми, значит, какие-то непотребные условия содержания детей. Ничего подобного ни разу не подтвердилось. Там нам сообщили, что с икон сняли золото. Вот задумайтесь об этом. Кто это сделал? Мы, конечно, не знаем, но однако это произошло. Вечером все были на службе, все было на месте. Конечно, мы эту информацию проверим, но у нас сейчас есть именно такое сообщение, которое пришло на общий чат, которое мы прочитали. Видно, полный монастырь техники, полный монастырь ребят в масках. Ходят по монастырю, шмонают кельи, говорят, что в храме Спасительницы Хлебов сняли золото с икон. Ну что, обыски проводятся без понятых. Без адвокатов, никого не пускают, вообще не соблюдаются никакие нормы, полный беспредел. Решение принималось в Москве, приехала следственная группа из Москвы. Все наши, так сказать, местные следователи находятся в этой группе, им отдаются приказы, все бездумно исполняется. Вот такие у нас правоохранительные органы. Почему не пускают на площадь вот сюда? Они не только на площадь сюда не пускают, они не пускают лицам, которые в данный момент у них находятся на опросе. Нарушается все, конституционное право на защиту, право на жилище, то есть абсолютно все. Люди получили карт-бланш, как я понимаю, первых лиц. Делают все, что считают нужным. Они это делают. С огромной кувалдой, с бензопилами, там, со всякими болгарками идут пилить закрытое помещение. Вскрывают школу. Чтобы таки найти какие-то доказательства, что там есть школа, понимаете? То есть помещение. И все это делается без понятых, скорее вообще всего. Вообще без никого. И среди ночи. Следственные действия ночью вообще запрещены. И если там, что, если там что-то случаев. Обнаружится, то понятно, чьих рук это дело, да? Ну, как они утверждают, вы что, мы же порядочно ничего подкидывать не будем. Это правовой беспредел. Почему безнаказанно? Потому что те люди, которые прибыли из Москвы, они получили карт-бланш на любые действия для достижения той цели, которую перед ними поставило руководство. Почему а руководство... Вы говорите, что из Москвы? Это люди из Москвы? Это информация, которую, да, я располагаю из общения с некоторыми человеками. Прибыла группа следователей из Москвы, которая с полно открытыми полномочиями на действия в отношении монастыря, чисто отца Сергия и, как говорится, всех, кто под руку попадется. Поэтому это политическое решение, это даже не юридическое решение. Я говорю, ночные следственные действия проводятся в крайнем случае. Для этого придумали 110-ю статью и все остальное, которой нет. Вы понимаете, что такое в монастыре доведение до самоубийства? Ее возбудили, объединили с нашими пресловутыми 148-й, это вот молебен не дали служить, 30-30-е самоуправство. Сделали единое дело для того, чтобы иметь возможность творить то, что творят. Отец Сергий спрашивал лишь о том, готовы ли вы за страну свою, за други своя, как нам Господь говорит, вторая заповедь. Умереть вот здесь, если на нас пойдут с автоматами. Ну вот пусть они, если считают нужным, что мы должны умереть, пусть они идут, применяют свои автоматы. Вот на нас. Вот они и пошли. Дети, держат нас сейчас 3 часа. Нас выгнали из кельи, не дают нам туда зайти. 3 часа в течение ночи. Да. Это правовое государство. Скажите, вот эти вот с дубинками, с автоматами, с пистолетами нас и какая необходимость в этом? Из своего жилья, из наших кельев. Мужчина, вы что там несете? Мужчина, а что вы несете? Вы бомбу несете, что ли?
пойдем, пойдем. Ну что, пойдем в келью зайдем. Спасибо, снимай. Снимай, что они там. Держи свет. К сатане! Сестры! Сатане! Видео выложим чуть позже. В лицо себе посвети. Да, конечно, что ты? На, стреляй! Стрельни, что ты? Я на тебя нападаю сейчас. Стреляй, на, вот ну, крест. На, стреляй, стреляй. Что, ты нет. Смотри, вон у меня крест. Стреляй сюда. Вот в крест прямо стреляй. Давай, давай. Давай, стреляй! Пульки свои доставай. Стреляй, стреляй, что ты стоишь там? Сыкло. Увижу тебя. Ох ты, ох ты, ох ты. Ты вообще какой-то, вообще лютый. Ага, а ты не лютый. Так, трогай батюшкина. Это не батюшкин. Трогай батюшкина. Ну что? Пусть ржут сатанисты. Кто за нехальщик? Кто бы говорил то еще? Давай стреляй, ты! Стреляй, трус! Ну. Да что ж вы сами-то сюда не можете выстрелить? Что я-то должен? Да давай стреляй! Стреляй. Что такое смелый-то? Что ты прячешься тогда, мой трус? Трус! Стреляй, стреляй! С пушкой со своей поганой! Другая. Покажи лицо, гречитай! Да не надо их проводить. Трусы. Ночью приехали. Днем-то побоялись, а Света побоялись. Они трусы, потому что. Ночью, представляете, ворвались домой в ночь. Я, к вам мы приехали домой ночью. Что бы вы делали? Как можно смотреть в глаза, скажи мне? Как ты можешь потом смотреть в глаза людям? Это женщина, что ли? Это да хуже. Это мальчишка. Что, будешь стрелять? Стреляй, я с крестом вооружен. А вот чего ты не стреляешь-то? Стрельни, а? Ветеран. Какой да? Ветеран, стрельни, как стрельни, что ты? Смотри, какой опасный. Выбили окно, икону сбросили вниз. Что, икона совесть жжет, да? Вот это вас ждет. Вас, вашу семью, вот это ждет. И не думайте, что это будет все безнаказанно. У Бога свои законы. Вы выполняете мирские, а у вас у каждого есть семья. У каждого семью. И потом Бога не вините. Ладно? Вы зомбированы уже даже, вы даже не общаетесь. Вам объяснили причину, почему сюда должны зайти? Нет, причину не объяснили. Мы остановились. Мы онкологической девочке уже искали наркотики. Нашли? Не нашли. Мы защищаем. Мы ради вас и пришли сюда. Мы ради чего не просили об этом? Мы посмотрели на оборудование. Мы разогнали. Вы для храбрости выпили, что ли, да, ребят? Вот здесь стояли выпившие, вообще вонища. Да я знаю, вы тоже чували. Приехали, от того защищать-то? А по глазам как-то определяете? По запаху! А по запаху! Когда вы уйдете, тогда я закончу. Вот когда вы уйдете из этого жилища, тогда я закончу. Вы что нападаете на людей? Прошло немного, там 30 лет, да, 40, там, и все, и они ответили. Вот вы тоже бойтесь ответить. Не только там, еще и здесь. Это намного раньше. Вы ко мне в дом пришли. Ночью. Вы ко мне в дом пришли. Без документов, без всего. Еще толкали, пихали. В больницу, да, увезли? Да, в больницу увезли. Больной, меня толкнули так, что я упала. Причем автоматом. Не просто так, а автоматом. Пихнули. Мы падали. Ласково. Все, совесть ему что? Давай. Вы
вы сами увидели, что сейчас происходит здесь. У нас есть у нас сейчас с вами ночь, и каждый из вас, кто может, завтра мы вас сюда ждем для того, чтобы мы отстояли с вами православную веру и наших с вами отцов, и наш с вами монастырь. Батюшка! Батюшка! Батюшка!